Алкоголь. Чем больше содержание алкоголя в крови, тем меньше уровень тестостерона. Один из самых вредных напитков для мужчин – пиво. Он содержит фитоэстрогены, женские половые гормоны, пивной живот. Это первый признак женского ожирения. Табак. Курение приводит к сужению сосудов, а это чревато уменьшением кровоснабжения половых органов. Копченые продукты. Коптильная. Жидкость вызывает токсическое поражение тканей яичек, желез, производящих 95% тестостерона в нашем организме. Наиболее безопасно горячее копчение, так как время воздействия дыма на продукт минимально. Газированные напитки, повышенное содержание сахара и кофеина могут привести к обезвоживанию организма. Жирное молоко, особенно натуральное, оно содержит естественный коровий эстроген. Молоко в больших количествах полезно для детей и женщин. Хлебобулочные изделия, кислоты, дрожжи и сахар снижают уровень мужского гормона.